дворце спорта имени Кожемкулы проходит отборочный региональный турнир по футзалу среди команд из всех 7 областей Кыргызстана и городов Бишкека и Оша. Уважаемые любители футбола, с 21 года турнир «Мурас Достук», инициированный главой государства, поддерживает кабинет министров и впервые проводит турнир «Мурас Аймак». В масштабном отборочном турнире по футзалу по всей республике приняли участие 242 команды, порядка 3000 кыргызстанцев различного возраста. В общей сложности было проведено 639 игр. Огромная благодарность за организацию турниров акимам, мэрам и полпредам президента в областях, а также спортивным учреждениям. Кабинет министров и впредь будет поддерживать подобные соревнования. По информации организаторов спортивного мероприятия, с инициативой проведения турнира по футзалу выступил Кабинет министров республики. Было выделено 500 тысяч сомов. Команды были образованы на уровне районов. Потом победители районов играли в своих областных соревнованиях. Победители областных соревнований вышли в финальный этап, который сегодня проходит в нашей столице, в городе Бишкек. Всего в этом На этом этапе принимают участие 9 команд, это 7 команд представителей наших областей и команды из города Ош и Бишкека. Общий призовой фонд данного турнира составляет 500 тысяч сомов. Это денежные средства, выделенные из резервного фонда председателя кабинета министров с целью пропаганды, популяризации, мотивации, стимулирования игроков и призыва их к здоровому образу жизни. Первыми на мини-футбольное поле помериться силами вышли команды из Баткенской области и столицы республики. Они стали победителями отборочных турниров в районах и областях страны. Наша команда – Национальная электрическая сеть Кыргызстана. Мы участвовали в отборочном турнире по городу Бишкек. Там участвовали 5 команд. Мы были победителями, пробились в финал. Самому младшему 42 года. Самому старшему 59 лет. Все работники филиала и самого национальных электрических сетей. Турнир по футзалу завершится 1 декабря. По итогам соревнований будут вручены денежные призы за первое, второе, третье и четвертое места. Подобное спортивное мероприятие станет традиционным, ежегодным дружественным соревнованием среди региональных команд по футзалу. Усен Кульбаев, Нуркамиль Асанов, Алатау 24.